огромный привет! Я очень-очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня продолжаю видео с покупками с сайта AliExpress. Наконец-то дождалась чего-то более такого глобального для того, чтобы снять видео, потому что в основном приходила разная мелочевка, ну, которая мне была нужна. Вот, но я вот ждала как раз, чтобы пришло что-то такое интересное, что я могу вам показать, и поэтому сегодня я снимаю видео. Конечно, к 11 ноября будет гораздо больше интересных покупок, и также я покажу вам свою корзину, что я собираюсь заказывать со скидками. Это то, что я отслеживала, ну, в течение нескольких месяцев, то есть я следила за динамикой цен. Ну, в общем, посмотрите потом, я обязательно вам покажу. Так что, если вам интересно, то давайте приступим. Начну со своей самой крупной покупки, которую я совершила за этот месяц. Это вот такая вот кофемашина от марки Biola Mix. Я выбрала себе самую простую комплектацию за, по-моему, 115 евро с бесплатной доставкой из Польши. Можно было взять еще за 154 евро, и тогда в комплекте прилагалась, как она называется, кофемолка. Но кофемолка мне была не нужна, потому что мы обычно покупаем кофе уже, который молотый, поэтому я выбрала себе самую простую комплектацию для того, чтобы посмотреть, как часто мы будем пользоваться подобного рода кофемашинкой, и если будет все в порядке, то потом со временем купим уже себе что-то подороже, то есть если она будет востребована. Ну, в общем, поэтому выбрали пока такой вариант, и могу сказать, что кофе получается просто отличный. Мы уже ее вдоль и поперек попробовали, можно делать на две кружки, на одну кружку, ну и выглядит она просто супер стильно. Мы сейчас убрали кофемашину старую, которая у нас стояла на столе, ну не старая, в смысле, которой мы уже давно не пользуемся, это кофемашина, которая используется посредством капсул, и решили заказать попробовать вот эту. Я обязательно покажу, как это все дело выглядит, и я осталась очень-очень довольна этой покупкой, поэтому смело могу вам ее порекомендовать. Возможно, скоро будут какие-нибудь скидки на нее, хотя я считаю, что в принципе 115 евро это, ну, не так дорого для такого качества. Следующие две вещи, которые я хочу вам показать, это уже две ключницы, которые также купила на AliExpress. Это ключницы из настоящей натуральной кожи. И так как появилось очень много ключей от дачи, от двух квартир, теперь еще от машины ключи, стало просто некуда их складывать, и хочется, чтобы все было в одном месте, поэтому я себе и Жене решила заказать вот такие два варианта. И могу сказать, что тоже я осталась очень довольна этим качеством. Как я уже говорила, это натуральная кожа. Внутри все выглядит следующим образом. Вот здесь как раз видно, что это кожа. И также здесь есть два отделения, куда вы можете положить, например, ну, бумажные деньги, либо положить свои карточки банковские. В общем, все, что вам будет угодно. И вот как раз несколько крючков для того, чтобы повесить ключи. Выглядят очень классно, сделаны. Ну, я даже не знаю, вообще абсолютно не к чему придраться. Все идеально просто прошито. И мне очень нравится вот этот рисунок, который здесь сделан. И вариантов их таких масса, они есть абсолютно разных цветов, разных форм, но понравился вот этот. Так, и вторая ключница выглядит вот так вот. Здесь тоже, как вы видите, крючки для того, чтобы повесить ключи, и также два отделения, куда вы можете сложить карточки, бумажные деньги, документы, в общем, все, что захотите. Поэтому могу тоже вам порекомендовать, скоро будут разные праздники, Новый год, например, Рождество, и мне кажется, такие подарки классно дарить, например, своим знакомым, может быть, кто-то купил машину, может быть, кто-то купил квартиру, мне кажется, такие подарки очень символичны. И за качество этих я отвечаю, поэтому тоже ссылки вам оставлю в описании, можете там посмотреть. И следующее, что я хочу вам показать, это уже будет из косметики. Я, на самом деле, заказываю не так часто косметику на AliExpress, наверное, за все время где-то 5 раз было, пару палеток, которые меня интересовали, но они уже благополучно отправились к дочкам подруг, к племянницам, которые только начинают краситься, и сейчас я очень хотела, я вообще люблю из косметики там марку Focalure, это примерно, ну, как наш, наверное, такой европейский масс-маркет, типа, может быть, Rimmel, может быть, даже Maybelline, что-то в этом роде, и я хотела себе вот такие вот кремовые тени, и как раз мне вот на глаза попалась эта марка Focalure, я от них заказывала хайлайтер, я тоже его покажу, может быть, я видео его не показывала, не помню. Вот так здесь выглядит кисточка. Вот этот цвет очень популярный, который есть и в палетке Wet n Wild, и который есть у Inglot, это хамелеон. Наносятся они просто супер.
Никаких претензий у меня нет. И очень красиво разными цветами переливается. Не знаю, видно здесь или нет, но обязательно поближе потом сфотографирую. Тени очень-очень стойкие, за это можно абсолютно не переживать. И их можно носить как соло. Например, если я куда-то тороплюсь, и вот захотелось мне какого-нибудь подобного цвета, то я просто наношу, распределяю пальцем, и так иду, они застывают и практически в течение всего дня держатся на вашем веке. Либо я использую как подложку под другие тени, потому что тогда увеличивается и стойкость и насыщенность, поэтому вы смело можете покупать марку Focalure, потому что, все, что я покупала, очень хорошего качества, никаких аллергий не вызывает, но это тоже не косметика с каким-то сомнительным составом, просто обычный китайский масс-маркет. И, как я уже сказала, в свое время я заказывала там вот такой вот хайлайтер, тоже Focalure. Очень красивый, просто нереально крутой. Это, знаете, такой розовый с золотистым переливом. Тоже такие цвета очень популярны, встречаются в более дорогих марках. И я не знаю, видно или нет, как он здесь выглядит. Но он не слишком как бы пигментированный, но вы с ним и не переборщите. Не знаю, тоже видно на камеру, потому что я очень далеко сижу. Но тоже вам ссылку на него на всякий случай оставлю. Кому важно, они не тестируют косметику на животных, поэтому здесь стоит соответствующий значок. Но марки Фокалюр вообще никогда никаких претензий у меня не было. Все, что я заказывала, мне нравилось. Все, что вы сегодня увидели в видео, вы можете приобрести на сайте AliExpress, используя при этом кэшбэк-сервис моих старых друзей Letyshops. Дело в том, что с 28 по 29 октября они снова делают горящий кэшбэк. То есть кэшбэк увеличен в 3 раза, и вместо 200 рублей вы сможете получить, например, 600 рублей. И активировать горящий кэшбэк очень просто. Это можно сделать после регистрации на главной странице Letyshops, либо через приложение. И, как всегда, количество активаций ограничено, у вас будет совсем немного времени для того, чтобы воспользоваться горящим кэшбэком. И Letyshops — это сервис, который сам по себе является бесплатным, но при этом приносит огромную пользу, возвращая вам часть денег обратно с ваших покупок. Ссылку на регистрацию я обязательно оставлю в описании под видео. Если вдруг вы заинтересованы, проходите, смотрите, и, возможно, вам тоже захочется экономить на ваших покупках. И следующая вещь, которую я хочу вам показать, уже ботинки. Я вам говорила в прошлом видео, что я заказывала ботинки марки Софитина, и в прошлом видео показывала свои прошлогодние, которые просто в отличном состоянии. В этот раз я решила взять поменьше размер, именно свой 37, потому что там мне продавец почему-то советовал 38, и они мне свободные на ноге. Вот эти прям вот хорошо облегают ногу, и заказала я их, естественно, чтобы носить зимой. В этом году у нас обещали прям очень суровую зиму, не знаю, посмотрим, что будет. Здесь внутри они полностью меховые, в отличие от тех ботинок, это то, что здесь нет никаких молний, они на шнуровке, и обязательно буду их носить зимой. Все хорошо здесь сделано, нигде ни клей, ничего не торчит, и могу сказать, да, если вы предыдущее видео не смотрели, что той парой я осталась очень-очень довольна, и это тоже могу порекомендовать к покупке, кто любит такую грубую обувь. И следующая вещь, которую я хочу вам показать, вот она стоит у меня здесь, это вот такой вот органайзер темно-синего цвета из кожзама. Я их очень люблю, у меня есть еще один зеленый, я показывала тоже в одном из видео, там я храню косметику, какую-то уходовую, которую мне нужно носить с собой в ванную комнату, так как они непромокаемые, сделаны из кожзама, то в этом плане им ничего не грозит. Качество просто супер, вы получаете плоский пакет такой, я даже сначала не поняла, что это за синяя сумка у меня там лежит, но когда вы раскрываете, вам просто нужно продеть ручки сюда внутрь, и вы получаете вот такой вот готовый красивый органайзер. Цвета тоже есть абсолютно разные, я думаю, что под свой интерьер вы сможете подобрать, и хранить можно в них все, что угодно, начиная от косметики и заканчивая какими-нибудь вещами для рукоделия. Но я думаю, что каждый сам для себя решит, что он будет хранить. И ссылку на такие органайзеры я тоже оставлю в описании под видео. И также хотела показать вам еще одну классную вещицу. Уже для нас она не актуальна, но я заказывала ее, когда лев был поменьше. Это вот такие классные книги есть на AliExpress с крупными иллюстрациями. Называется «100 первых слов». Вот, и здесь вы можете изучать фрукты, овощи, все очень красочно. Что очень здорово, это то, что книжка сделана из плотного картона, то есть ребенку практически не под силу порвать ее, и вы можете изучать как слова, также изучать цвета. Лев очень-очень любил эту книгу и периодически иногда еще приносит, мы что-то тут просматриваем, смотрим, тут разные эмоции, и очень нравится ему страница с машинками. И если у вас маленький ребенок до года, может быть даже чуть-чуть
постарше, если он учит слова, если вы любите яркие картинки, то вот эти книжки советую. Стоят они на Алиэкспресс $10, да, вот, в общем-то, за $10 я и покупала. Но на самом деле удовольствие мы от нее получили много, и какие-то первые слова как раз выучили по этой. И хотела, девчонки, показать вам еще одну вещь, но Женя ушел из дома, и куда он засунул ее, я не знаю, поэтому, в общем, расскажу вам на словах. В общем, речь касается терки марки Jordan and Judy. Нужна была именно такая, которая натирает не мелкими такими кусочками, а именно можно делать какие-то фигурные такие вещи, типа картошку соломкой нарезать. Ну, в общем, там 4 или 5 насадок. Я ссылку обязательно ставлю внизу, и также фотографию вставлю. Мы уже, естественно, ее попробовали. Классная вещь. Значительно упрощает процесс и также все делает достаточно быстро. Там еще сверху есть, как сказать, такая насадка, знаете, она со штырями, куда вы можете насадить картошку, лук, ну, в общем, все, что нужно вам натереть, но если вы боитесь остаться без пальцев, то эта вещь вам тоже поможет. Тяжело рассказывать, когда вот нет у меня в наличии ее сейчас, но обязательно еще раз повторюсь, я выставлю фотографии. Возможно, вы искали подобную терку, она очень удобная, там есть два цвета, я выбрала себе, естественно, темно-зеленый, как я люблю, и кухня у меня там тоже присутствуют такие цвета, но вот несколько раз мы ее пробовали, и тоже никаких претензий нет, отличная покупка, обязательно в хозяйстве пригодится. И следующая вещь, которую я хотела вам показать, прям чуть не забыла, уже закончила видео, это аналог Apple Pen, который мы купили специально для iPad. Если у вас вдруг есть непреодолимое желание рисовать, и вы смотрели в сторону именно оригинала, который стоит 80 или 100 евро, я точно не помню, то на AliExpress продается вот такой вот аналог, который абсолютно ничем не отличается, кроме названия. Работает он точно так же, отлично рисует в разных приложениях. Мы, конечно, рисовать не умеем, но ребенку очень нравится, поэтому, в принципе, и возникла такая мысль заказать. Здесь в комплекте идет вот такой вот кожаный чехольчик, также идет это что, я не знаю, запасной, наверное, стержень какой-то, если с этим вдруг что-то случится, и также USB-провод, которым вы можете подзаряжать. Еще раз повторюсь, отличий вообще никаких, просто, ну, кроме цены, естественно. Женя купил какое-то приложение за 10 евро, в общем, и там мы балуемся, свои навыки развиваем. Ссылку тоже на него оставлю в описании под видео. Очень понравился. Спасибо огромное вот Алиэкспрессу за то, что там можно купить ничем не хуже вещи, но гораздо дешевле. И еще хотела показать вам вот такой вот классный портфель, который я тоже, соответственно, заказала на сайте AliExpress. Сделан он из кожзама, но выполнен очень качественно. Я в повседневной жизни портфели тоже часто использую, когда в магазин хожу, и если мы идем на прогулку, и нужно брать с собой какие-то крупные вещи, могу сказать, что качество у него просто отличное, он идеально прошит, нигде никаких ниток не торчало, никаких противных запахов тоже не было от него. Он достаточно вместительный, и он достаточно вместительный, туда помещается все, что мне нужно, блин, Соня. У него есть несколько отделений, сюда я кладу телефон и кошелек, ну, то, что мне нужно быстро достать, если вдруг нужно. Также замок отлично работает, я сюда положила, вот, чтобы он форму держал, но он и без этого, в принципе, отлично держит форму. Внутри здесь вот такая вот подкладка непромокаемая, и есть еще один кармашек. Продавец в подарок мне еще положил классный брелок медведя. Вот, ну, я уже дала его Льву, так что тоже могу вам порекомендовать, если вам нужно для каких-то прогулок, ну и просто он выглядит очень классно, стильно носить, например, с каким-нибудь пальто, то тоже могу рекомендовать к покупке. Вот на сегодня это все, что я вам хотела показать. Если у вас есть какие-то вопросы, то обязательно пишите мне их в комментариях. Все ссылки вы, как всегда, найдете в описании под видео, я всегда их там оставляю. Спасибо огромное тем, кто мне напоминает, если я вдруг какую-то ссылку забыла оставить, я все читаю и потом дополняю, но все-таки стараюсь сейчас не торопиться и все оформлять как надо. Если у вас остались какие-то вопросы, да, как я уже сказала, то обязательно пишите, и увидимся в следующем видео. Пока!